Всем привет, друзья, и сегодня я отправляюсь в деревню сладостей. Я, друзья, в запасе здесь много-много молока, ну и, конечно, много, друзья, воды. Потому что она, наверное, такая сладкая деревня, то что ее можно целиком просто слопать. Но мы, друзья, сегодня проверим. Эх, друзья, скорее бы эту деревню сладостей, я бы сейчас перекусил бы там шоколадкой или даже мороженым. Но здесь, друзья, я уже вижу этот биом. Вы, друзья, смотрите, как он отличается. Просто вот зеленая трава и биом. Розовый, просто сладкий. Ох, друзья, я, наверное, сегодня вообще объемся этой сладостью, друзья, наверное, так. Я хочу, друзья, это добыть. Так, добывайся. Сахар, друзья. Черт, сахар. Жалко, что я не могу сахар есть. Офигеть. Этот биом из сахара полностью состоит, друзья. Вы представляете? Это просто, это, друзья, взрыв мозга. Если тесно. Так, а это что? Это что еще? Блок гранулата. Я, друзья, не знаю. Но это вообще, это бомба, а не биом. Вот если моя деревня была бы такая, ее бы уже давно не было. Я бы ее бы слопал, если честно. Так, и офигеть, друзья. Я здесь вижу, здесь какие-то печенья, что ли, валяются, или что это? Стоп. А вот я нашел. Это, наверное, только начало деревни, кажись. Ну, друзья, вы просто посмотрите, здесь какие-то вон конфетки. Здесь какие-то деревья, вон там деревья еще. Да, друзья, это просто рай, мне кажется. Так, где? Ага, друзья, вот. Я так и говорил, я так и знал, точнее, то, что здесь деревня. Офигеть, друзья. Сладкая деревня передо мной, но я не знаю, друзья, надеюсь, я их не слопаю. Так, я, друзья, вот это заметил, надо попробовать. Так. Какой вкусный кексик, друзья, если честно. Ой, как вкусно. Не, друзья, я здесь, наверное, навсегда останусь. Так, это, стоп, это что, сладкие поборники, мародеры, типа, или как? Эй, привет, ты вкусный, если честно. Подожди, дай мне твою голову облизнуть. Да, я облизнуть голову и говорю, подожди. Привет, как дела? Чё вы здесь делаете? Вы же здесь живете, так? Да, живем, просто живем. Мы сладкие бобы, это наша деревня, поэтому... Ну, ладно, да, это я знал. Да, и... Какая курица, я хочу, друзья. Так, что она мне? Так, да. Какая вкусная, это маршмеллоу, друзья. А, это курица срет маршмеллоу. Мне бы, друзья, так... Ой, бы, единорог. Еще один офигеть, здесь единороги. Здесь курица срут даже маршмеллоу. Да это, друзья, вообще не это рай. Это рай, друзья. Я сейчас буду собирать. Ну-ка, интересно, на единороге можно покататься? Сесть и... Единорог. Поскакали. Можете кормить ее можно. Так. Черт, сахар закончился. Ну давай, поехали. Черт, не хочет единорог. Офигеть, друзья. И у меня просто, друзья, нет слов здесь. Кстати, друзья, сразу ничего не замечаю, но здесь, смотрите, друзья, это леденец, типа, офигеть, это леденец, это круто, друзья. Еще какие-то кексиковые домики, что там, ничего, ну, наверное, они там просто стоят, живут как-то, ни кровати, ни печки, ну, зачем им, а то растает вдруг здесь вся деревня, офигеть, не, я леденец должен добыть, как без такого, так хочу белый добыть, сахар, а здесь, это, так, о, это Джоли, что? Что это вообще такое? Так, главное все сладости подбирать, друзья. У меня просто нет слов, но... Так, леденец. Я как... Ну, это точно, друзья, леденец. Так. Как вкус так. Молоком запивать это, друзья, вообще шикарно, друзья. Так, это что за блок? Я должен... Это тоже леденец. Фух, друзья, это просто сногсшибательно. Кстати, друзья, надо и туда тоже слезть. Так, друзья, сейчас все здесь проверю. Так, я, друзья, наверное, сейчас скоро вообще в кому впаду от этих сладостей. У меня просто крыша взрывается от этого. Столько сладостей, это вообще...
зубы можно заболеть, конечно, ну, если их правильно есть все, то смотрите, друзья, вот просто вон там вода, значит, во-первых, а здесь шоколад, там вода, здесь шоколад, это просто сногсшибательно, друзья. И опа, друзья, сладкие лаки-блоки, друзья, это вообще сейчас нас разнесет. Так, так, добываем. Так, это что? Кэнди, понятно, сладкие блоки. Так, что еще, что еще, что еще? Ну, друзья, ничего такого особенного нету, но все равно все себе заберу. Так, а что, друзья? Интересно, кстати, друзья, хотел всегда узнать. А, ой-ой-ой, горит, 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 здесь все горит. Я понял, я, друзья, думал, что, ну, типа, ничего не будет гореть. Так, друзья, сначала надо, друзья, теперь туда добраться. Так, а блоки, блоки, мне нужны блоки. Фух, так. Я на кекс прыгнул. Ай! Ай-яй-яй-яй, кекс твердый какой-то, а. Во рту тает вообще сногсшибательно. Так, стоп. Там, стоп, я стой. Точно. Здесь, наверное, тоже лаки-блоки есть, друзья. Поэтому побежали за лаками, блоками этими. Ну, здесь, да, здесь есть вот, вот, это башни мародеров, только они все сладкие. Эти дома вообще как кексы выглядят. Это вообще, друзья, прекрасно. Жизнь прекрасная, я вижу, нам что-то выпало новенькое. Так, это что у нас? Cotton Candy? Так, сахарная вата, кажется, друзья. Я, может, буду... Карамель. О, карамель, карамель, карамель. О. Ой, какая вкусная, друзья, карамель. И у меня просто слов, друзья, нету. И теперь надо молоком сейчас запить. Молоком. Вообще круто. Ой, тю-тю-тю-тю-тю. Я падаю, друзья. Не-не-не, тихо-тихо. Я понял, друзья, откуда можно забраться. У меня есть гениальная идея. И так-так-так, я блок поставлю. Ну, друзья, короче, я как поднимусь, вам сообщу. Иди сюда и... Фух, прыжочек есть. Прыжок соответствует, фух. Друзья, я потому что не хочу еще третий раз подниматься. Чё? Это шоколадное дерево, друзья, это круто. Это очень-очень круто. Так, друзья, надо его добыть. Его надо срочно добыть, потому что я, друзья, без шоколада точно отсюда не уйду. Так, что у нас здесь есть еще сладкого? Так, туда особенно не подходим. Так, это, друзья, какое-то странное тоже дерево. Тоже срубим, возьмем. Так, странно, что-то не рубится. Так, опа, друзья, у нас здесь лаки-блоки. И, конечно, как вижу, здесь у нас... Это что еще? Печка? Или что? Черт, ну, я пытаюсь, друзья, забраться. Так, офигеть это. Ну-ка, опа, это что за блок? Ну-ка, друзья, надо проверить кондиктибеть. Я, друзья, не понимаю слишком по-английски. Может, там пару слов могу потянуть. Вот это шоколад. Это вообще брайк. Это шоколад. Вот это я точно не знаю, друзья, что это шоколад. Даже появится шоколад. А вот это, друзья, сложно сказать. Бенч, бенч, бенч. Конфекционер. Типа, может, какая-то кондитерская фигня. То, что где можно печь всякие вкусняшки, кажись. Ну ладно, друзья. Это что еще за блоки такие? Ладно, друзья, их не буду добывать, то я здесь полностью весь биом обкраду. Так, что-то выпадает, что-то выпадает, друзья. Опа, опа, вот так все здесь поломаем. Кстати, друзья, заметил, что эти желаки блоки, кстати, светятся. Я их ломаю. Ну, друзья, что же поделать, да? Так, у нас все что-то новенького выпало? Нет. Зато у нас вот крем. А, это вот. Это же были крем... Блоки, типа крем-гранулат. Да, без разницы, люди, мне кажется. Я здесь реально скоро с ума сойду с этими. Так, мне, друзья, моя миссия туда добраться, потому что я туда прыгну, и все хорошо будет. Ну, я, друзья, наверное, как думаю, здесь и мобы сладкие, их можно и слопать, наверное. Ладно, пробовать не буду, а то я реально как сумасшедший сейчас накинусь вон на мародеров, на сладких, на куриц. Это будет вообще потеря и... Потери из потери. Меня тогда прозвут вообще чудовищем в этой деревне. Так, ладно, не буду здесь больше никого есть. А я и не хотел. Так, все, друзья. Фух. Да, друзья, эта деревня просто крутая. Ладно, друзья, надо уходить, конечно, все. Но, конечно, ночью более-менее ничего не видно. Но сейчас, друзья, будет день. И вот у нас теперь день.
И значит, вот так выглядит эта деревня днем. Ночью вы видели, как? Эх, крутая просто деревня. И у меня просто... Я даже глаза не могу оторвать от этой крутой деревни. Ой-ой-ой, затем я блоки ставлю. Ай. Ладно, друзья, я пойду. Ладно, давайте, пока. Пока, мародеры. Я, если что, к вам вернусь. И, может быть, вас и съем. Пока. Да-да, пока. Так. О, единорожка. Ладно, надо реально уходить отсюда. Или я реально это весь биом слопаю просто. Всем пока, друзья. Не забывайте подписываться на меня. Ну и, конечно, ставить свои лайки. Но сегодня мы побыли в сладкой деревне. Это просто круто. Мы даже ломали лаки-блоки. Да, круто. Все было круто, друзья. Фух, здесь сюда, может быть, еще когда-нибудь вернусь. Ну а с вами был я, Рэдь. Всем удачи и всем пока!